Так, всем привет. Это видео предназначается тем, у кого существует проблема такая, как в округе есть сигнал 3G, а вы его поймать не можете. И хотите усилить без покупки всяких антенн и так далее. Короче, для того, чтобы 2G переделать в 3G, усилить интернет-сигнал. Для этого нам нужно будет, понятно, что модем. Дальше, удлинитель USB. Покупаете в радиодеталях где-нибудь или может есть дома уже. И теперь многие скажут мне, что этого уже хватает, но это у кого более-менее нормальный сигнал. А если вообще сигнал слабый, то удлинить и повесить к потолку модем — это еще маловато. Я пробовал с 5-метровым кабелем на улицу, на крышу вывешивал модем, и толку никакого не было. А потом попробовал другим способом, сейчас я его расскажу, и все получилось. Итак, нам нужно еще, вот он, ферритовый фильтр. Они стоят, на электронных шнурах, на многих сейчас шнурах стоят такие бабушки фильтра. Они фильтруют помехи сигналов, короче. А вот эти фильтра у меня шли вместе в комплекте с телевизором, они разборные. То есть они цепляются на любой кабель. Вы можете купить в радиодеталях отдельно. Делается он, прицепляется. Закладывается сюда кабель. Делается оборот. И защелкивается. Все. Вот так вот он будет стоять у вас. Но я сейчас хочу показать видео. Но это уже все понятно. Так. А я теперь показываю для тех, у кого даже возможности нет найти эти фильтра. Я попробовал другой способ, и он, получилось нормально. Работает так же само, и столько же делений на модеме показывает палочек. Короче, связь не ухудшается. Итак, для этого нам нужно взять магнит с динамика и сделать то же самое с ним. Вот так вот делаете, и все. И магнит вот я цепляю, например, за под потолок, за батарею отопления. И сейчас я покажу вам, как будет работать компьютер именно с этим устройством. Сразу подцепляю модем. Так, стоп, я же не на ту сторону подцепил. На тот край. Вот этот край у меня выход. Итак, оборачиваю опять узел. Цепляю модем. Полдела сделано. Сейчас я подключу к компьютеру. Опа. К отоплению прицепили. Теперь до компьютера. Так. Смотрите, значок внизу. Вам видно же? Сейчас изменится. Покажу, что подключился. Вот, пожалуйста. Сразу включился интернет. И теперь сейчас я вам покажу сам модем и как он работает. Итак, вот мой модем. Пожалуйста, Билайн 3G. Палочек, не все палочки, да, но вполне хватит для того, чтобы смотреть видео и так далее, качать. Сейчас покажу, как на примере моего канала, как он будет летать, интернет наш. Вот, пожалуйста, сразу открылся. Все, можно открыть один ролик, посмотреть чуть-чуть. Не сочтите за рекламу. Все, сразу открывается, сразу летит, и все нормально, и все. Все прелестно, все показывает. Так, и все, на этом всем пока. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Постараюсь ответить. Может, что-то непонятное, может, что-то не получается. Все, до свидания, всем пока.